постраждало, у нас відділення дитячої реабілітації, відділення замісної підтримуючої терапії і жіноче наркологічне відділення. Там тотальні ушкодження споруд. Все. У нас там вообще прям яма, туда упало что-то. А, отлетело от этих пней. В душе происходит, честно, наверное, трудно описать. Оно и страшно, и злоба берет. Ну, и вот как-то так. Сейчас, на данный момент, вот после, наверное, как взрыв рядом произошел, понятное дело, что война, сейчас везде стреляет. Ну, когда рядом уже, ну, испытал, скажем так, на себе, то оно уже, любой шорох, стук, оно уже воспринимается очень тяжело. Уже дергаешься, прячешься. А сегодня ночью было очень громко, поэтому было страшно. Какой дом? Ту ван мы пропустили, мы закопали ван. Там погреб. Ну, чувство тяжелое, очень тяжелое. Обидно до слез. Очень обидно до слез. Дом я строил с нуля. Ну, вы знаете, я скажу честно, оптимистически. Все равно строюсь. Все равно строюсь. Все равно сделаю. Уже даже еще лучше, чем было. Мы не колаемся, мы не теряем надежды. Как-то всегда сделаем. Нет, руки целые, слава богу. Семья в порядке, family, please. Сам. Сделаем. Главное, чтобы закончилось вот это все. Я хочу жить в своей стране, в своей Украине. 53. Уже наверное. 95, да.